يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Уважаемые братья, сейчас, когда жаркие дни, человек выходит на улицу, под солнцем постоит полчаса, 20 минут, сразу ему становится не по себе, тело требует прохлады, дабы скрыться под этого солнца, которое от нас находится на миллион километров, зайти в какое-то помещение, где есть охлаждение, кондиционер, или скрыться под какой-то тенью. Давайте на минуточку представим положение раба Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля в судный день, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вашшамсу тадну». В этот день солнце будет близко от раба Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. На расстоянии копья пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто-то будет в поте, в своем поту до щикол, кто-то будет до пояса, кто-то будет захлебываться в этом». Но есть категории, каждый человек захочет скрыться от этой жары, жары судного дня, которая будет по своему, вот этот вот такой длинный день, как 50 тысяч лет, как в Коране сказано, «Хамсина альфасана». И не будет никакой тени, не будет кондиционеров, где скрыться, кроме как одна тень, тень Арша Рахман, тень трона Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. И не все попадут под эту тень. Но есть категория, все счастливые люди, которые попадут под эту тень. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который приводит Абу Хурейра, приводится сводом хадиса Бухари и Муслима, достоверным хадисом, сказал: семь категорий людей, которые попадут под тень Аллаха Субхану ва Та'аля, семь категорий людей, которые попадут под тень трона Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля в тот день, когда не будет никакой тени, кроме как эта тень Аллаха Субхану ва Та'аля. Аршур Рахман, чтобы мы представляли, трон Аллаха Субхану ва Та'аля, это самое великое творение Аллаха Субхану ва Та'аля. В судный день, когда вынесут трон Аллаха Субхану ва Та'аля, Аллах в Коране говорит: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِينَ ثَمَانِيَ. Трон Аллаха понесут восемь. Именно Аллах сказал восемь. В тафсире говорится или восемь ангелов, в другом тафсире говорится восемь рядов, суфуф мин аль-малайка, восемь рядов ангела. Каждый ангел от на расстоянии от одного мочка уха до другого 500 лет ходьбы. Какой великий трон. Их будет восемь таких ангелов или восемь рядов, сафов, суфуф мин аль-малайка. Тогда задается вопрос, какой же великий трон Аллаха? И отсюда задается вопрос, какой же сам великий Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля? При этом Аллах ганиун ани аль-арши ва ман яхмилуна. При этом Аллах не нуждается даже в своем троне и всех ангелов, которые понесут его трон. Ганиун ани аль-малаикати ва ман юсаббихуна. Аллах не нуждается в ангелах, которые днем и ночью восхваляют Аллаха. Ганиун ани аль-инси ва ман ябудуна. Аллах не нуждается в своих рабах, в людях, которые восхваляют, поклоняются Аллаху. Ганиун ани аль-джинни ва ман ярджуна. Всевышний Аллах также не нуждается в своих джиннах. Ни в чем не нуждается Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. Все, что делает человек, он делает это для себя. Все, что делает человек, он делает в пользу себе. И эти категории людей, семь видов людей. Может быть, кто-то из этих будет в судный день, который все семь категорий он возьмет, все семь сифатов, семь вот этих качеств себе возьмет. Кто-то с одним качеством придет под трон, под тень трона Аллаха Субхану ва Та'аля. Первый – имаму адиль, справедливый имам, справедливый правитель. Обычно, когда у человека есть в руках власть, бывает такое, что он может поступить несправедливо по отношению к человеку. Правитель, в первую очередь, здесь говорится о правителе, как Валиюль Амр, тот, в чьих руках власть. Также об имаме, который в мечети находится. И также каждый из нас может быть и справедливого имама. Сейчас, когда мы были на домашнем режиме, на карантине, каждый из нас прочувствовал быть имамом для своей семьи, для своих детей. Обычно же что, как бы у человека, он не утружнялся, тяжело не было.
Приезжает в мечеть, имам в мечети есть, за ним встает, намаз читает. А сейчас каждый из нас был имамом в своих домах. Каждый из нас на сегодняшний день как управляющий своей семьи, руководитель своей семьи. И как он относится к своей семье, к своим детям, к своей супруге, к своим близким в компании, когда есть директор компании, как он относится к своим тем людям, которые работают у него. Поэтому имам Адиль, справедливый имам, он первый из тех, который будет под тенью Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому бывает два вида руководителя. Ядуна иля нар, джаална минхум аиммата ядуна иля нар. Всевышний сказал, мы сделали их из руководителей, которые призывают в огонь, в ад, которые призывают к греховному и дают пример своим людям, своим близким, тем, над кем у них есть руководство. Плохой пример, который призывает в джаханнам, валь-ияду биллях. А есть такая та категория имамов, та категория людей, та категория руководителей, которые своими примерами призывают в джанна, иля ридуаниллях, к довольствию Аллаха, в рай, в райскую обитель. Поэтому дай Аллах, субхану ва та'аля, чтобы мы были справедливыми. Поистине притеснение судного дня, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, дзульм дзульмат йаум аль-кияма, притеснение — это темнота судного дня. Второй из видов людей, который будет под тенью Аллаха субхана ва тааля, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: шабу наша фи таатиллах. Это молодой юноша, который вырос в поклонении Аллаху субхана ва тааля. Мархалату шабаб, обычно юношеское, вот этот период юношества, он обычно человек идет за своими страстями, поддается своим шахватам, своим страстям. А именно тот юноша, который вырос в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля, который был богобоязненным, который любил поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля, ему здесь, борясь со своими страстями, иногда тяжело приходится. Но однако он все это делает, дабы получить милость и довольствие Аллаха Субхану ва Та'аля. Поэтому мы должны, альхамдулилля, сейчас у нас у каждого есть дети, посмотреть, как они, в чем воспитаются, в чем они растут. В поклонении Аллаху Субхану ва Та'аля или в греховном перед Создателем. Рабиа, один из подвижников, который был еще юношей, очень сильно любил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, выходил из своего дома сделать омовение для того, чтобы прочитать молитву, он всегда его ждал с водой, давал ему воду, чтобы он брал тахарат, чтобы он брал омовение. Потом, чтобы не проспать, иногда бывало, Рабиа ночевал около двери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда бывало, что под солнцем спал, ночь проводил около двери пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, юноша еще был. Так он любил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И в один момент удивился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его гилком, его ахлаком, его поведением, его нравственностью. И сказал: «Сальни я Рабиа, проси, что хочешь, Рабиа». То есть, опять же, в таком возрасте, что может просить юноша? «О, посланник Аллаха, дай мне свою накидку. О, посланник, дай мне свой головной убор. Или дай мне сладости какие-то». Но однако он сказал: «Дай мне факкир. Оставь меня, я подумаю, я Расулулла. Дай мне подумать». И когда подумал, он сказал: «Я Расулулла, удю ли лика куна рафикака фил джанна». О, посланник Аллаха, смотрите, какие высшие цели у юноши были во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «О, посланник Аллаха, я хочу быть соседом твоим в раю. Я хочу быть соседом твоим в раю. Как я в этой жизни тебя встречал, как я в этой жизни давал тебе воду, чтобы ты брал омовение, как мое сердце было привязано к тебе в этой жизни, я также хочу быть с тобой в раю, я Расулулла, соседом твоим». Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ва гайраха, а что-то помимо этого попроси. Это тебе будет, что-то помимо хочешь?» Он сказал: «Илля хада, только это, больше я ничего не хочу». Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему наставление и сказал: «Не просто я за тебя попрошу, и ты будешь моим соседом». Он сказал: «Я Рабиа, а'инни аля нафсика би касрати суджуд». «О, Рабиа, я буду делать за тебя дуа, но ты мне помоги в этом вопросе. Больше делай земных поклонов». То есть молись, делай сажда. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, не просто его оставил и сказал: «Ты будешь со мной в раю». Дал ему урок, дал ему наставление, что делать ради того, чтобы быть соседом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, в раю. Третья категория людей, которые будут под тенью Аллаха Субхану ва Та'аля. Раджулян. Два мужчины, два брата, два человека. Мутахаббани фи джалали. Которые любили друг друга ради Аллаха.
Ичтамаа алейхи ва тафаррака алейхи, которые собирались на поклонение Аллаху и разлучались, когда расходились тоже в поклонении Всевышнему Аллаху ради Аллаха субхану ва тааля. Дружба бывает обычно, братья, разные бывают дружбы. Человек так сотворен, хулика линсану даифа, человек сотворен слабым. Бывает, что когда у человека что-то есть, к нему люди тянутся. Когда у него ничего нету, от него люди отворачиваются. Так в этой дунье. Но однако истинные братья, это те, которые любят друг друга ради Аллаха субхану ва тааля. Не ради положения в обществе, не ради богатства, не ради еще чего-то, а ради Аллаха субхану ва тааля. И такие были первые карн, первые поколение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, сахабы. Хайру куруни карни, сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум. Лучшее из поколения – это мой век, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Потом те, которые пришли после меня, табиин. Потом те, которые пришли после них, табиин. И после одной из битв стояло несколько сахабов, сподвижников, и была сильная жажда. И как они любили друг друга ради Аллаха, субхану ва тааля. И принесли воду одному из сподвижников. Один из подвижников говорит: «Валлахи, лан ашраб, хатта ашраб ахи». Клянусь Аллахом, я не сделаю глотка воды, пока мой брат не сделает глотка воды. И передал другому брату. Этот же брат его говорит: «Я не сделаю этот глоток, пока этот брат не выпьет». И так они передавали от одному до другому. И обратно вернулась очередь к первому человеку. Никто не сделал глотка воды. И первый сахаба умер от жажды. И второй, и третий, и четвертый. Так они любили ради Аллаха, субхану ва тааля. Желали для своего брата то, что желают для себя. Поэтому дружба ради Аллаха – это та дружба, которая она вечная. Не только в этой жизни, но и в вечности тоже будет. А, так скажем, дружба не ради Аллаха, а ради чего-то это, из этой дуни, она не вечная. Она это какого-то рода лицемерие. Человек друг брату своему в лицо улыбается, а за спиной делает похабные вещи. Однако ради Аллаха любовь и дружба, она будет и дальше в раю. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в раю братья будут собираться фисук аль-джанна, на рынке рая. И ты будут вспоминать свою жизнь, которую они вместе проживали в этой дуне. И тогда один брат скажет другому, когда они будут наслаждаться в раю, ма ля айн раат, тем, чем, что глаз не видел, ва ля узуну самиат, тем, что ухо не слышало, ва ля хатра аля аль-кальби аль-башар, и то, что человек не может себе представить. И тогда скажешь: «Атадри мата гафар Аллаху лана ва адхалана аль-джанна». О мой брат, знаешь ли ты, когда Аллах простил нас и вел нас в рай? Лямма кунна фи маджлисин каза ва каза, закарна Аллаха азза ва джалла, назара илейна би назрати рида, фа гафара лана ва адхалана аль-джанна. Когда мы с тобой еще в жизни были на таком-то собрании, поминали Аллаха субхану ва тааля. В этот момент Аллах с удивлением посмотрел на нас, взором милосердия простил нас и вел нас в рай. А что касательно тех друзей, которые дружили не ради Аллаха, а ради греховного, собирались ради харама, на харамном собирались, Аллах в Коране сказал: «Аль-ахилляу яума идин ба'духум ли ба'дин адуун илля аль-муттакин». Друзья в судный день будут друг другу врагами, исключение лишь богобоязненное. Также человек будет сожалеть, почему он дружил с этим, собирался на харамном. Почему ты меня звал на харам? Почему ты меня звал на ослушиваться Всевышнего Аллаха субхану ва тааля? И будет сожалеть и сказать, говорить: «Я лейтани лам аттахид фуланан халила, лакад аддаллани ани дзикри ба'да из джаани, ва кана шайтану лин инсани хазула». О мой Господь, если бы я не брал такого-то в друзья, он ведь меня сбил с пути Аллаха после того, как Аллах мне показал прямой путь. И будет «Я'аддуз-залиму аля-дей» – кусать свои руки. Кусать свои руки, говорится в тафсире. Обычно, когда человек о чем-то сожалеет, он палец кусает. «Эй, зачем я так сделал?» А до того у него будет сожаление, то, что он дружил с таким-то человеком, то, что он будет кусать одну руку до локтя, вторую руку до локтя. То есть такое сильное сожаление, но обратной дороги уже нет. Поэтому братья, любящие друг друга ради Аллаха, собирая, которые именно искренне любят друг друга ради Аллаха, субхану ва тааля, «Лахум манабиру мин нур», пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал, уготовлены им кафедры, такие мимбары, но не из дерева, а из чего? Из нура, из света. «Ягбитухум ан-набиюна ва шухада», и к им будут завидовать пророки и шахиды. Также Аллах, субхану ва тааля, воскликнет в судный день и скажет: «Айна мутахиббуна фи джалали», где любящие друг друга ради меня. «Фаякумун», и они встанут
И Аллах пригласит их и скажет: «Альяума азиллюкум тахта зилли». «Альяума ла зилля илля зилли». «Я сегодня вас укрою своей тенью». «Сегодня нету никакой тени, кроме как моя тень». Дай Аллах нам быть из этих братьев, которые любят друг друга, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Другая категория людей следующая. Раджулюн кальбуху муаллакун биль масаджид. Это тот человек, чье сердце привязано с мечетью. Это когда бывает то, что он скучает по мечети, по дому Аллаха. Он не скучает по стенам, не скучает по каким-то атрибутам, а скучает именно по дому Аллаха, то, что здесь он поминает Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И каждый из нас, наверное, прочувствовал эту грусть, когда мечети были закрыты, как мы скучали с вами по домам Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-масджиду бейту кулли таки». Мечеть – это дом каждого богобоязненного. Каждого богобоязненного человека мечеть – это является его домом. Поэтому «Ман дахаля аль-масджид», пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фахуа заиру ли раббих». Тот, кто зашел в дом, он зашел навестить Аллаха. فَحَقٌ عَلَى الزَّائِرَ أَنْ يُكْرِمَ الْمَزُورِ. И حق, именно истина, Аллах Субхану ва Тааля наградит того, кто зашел его навестить, дом Аллаха Субхану ва Тааля. В сурате Нур, когда Аллах описывает свой великий свет, свой нур, Аллаху нуру самавати валь ард, Всевышний Аллах говорит: Аллах нур небес и земли, и описывает свой нур, в следующем аяте говорит, где находится этот нур. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Именно в домах, в мечетях находится нур Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также у человека привязано, как сердце с мечетью, привязано сердце с намазом. Привязано сердце с молитвой. Он ждет, когда ложится спать, ждет, когда наступит утренняя молитва, с радостью просыпается. Ждет от намаза другой намаз. Его сердце привязано с Аллахом, с общением, он любит молиться, любит Аллаха Субхану ва Тааля. И знает то, что единственное обращение к Аллаху – это ас-саля, это молитва. Следующая категория людей, которые будут под тенью Аллаха Субхану ва Тааля. «Раджун даатху мраатун зату мансибин ва джамаль, факала инни ахафу Аллах». Это тот мужчина, которого пригласила на греховную женщина, красивая, и та женщина, у которой есть положение в обществе, есть богатство. И он в этот, она пригласила его на греховное согрешить с ней. И на что он сказал: «Инни ахафу Аллаха». «Я боюсь Аллаха». «Я боюсь Аллаха». Как сказал Юсуф алейхиссалям: «Ас-сиджну ахаббу илейя мимма яд'уни илейх». Когда Юсуф алейхиссалям посадили в тюрьму за то, что он отказал этой женщине, супруге вельможи, тогда сказала: «Или ты ответишь на мой призыв, сделаешь со мной зина, или сядешь в тюрьму». На что сказал: «Валлахи, я Аллах, тюрьма более любимее для меня, чем то, к чему она меня призывает». Следующая категория людей – это тот, ман анфак, это тот, кто дает на пути Аллаха жертвы, садака. Биямилих ма ла таъламу шималу. Своей рукой правой дает, а левая рука не знает, что дает. Имеется в виду, скрыто делает садака. Садака, бывает, человек хочет прославиться через свои садака. Я столько-то пожертвовал, в газетах пишут, в интернетах пишут, такой-то, такой-то, столько выделил. Но здесь теряется ният. Именно скрыто нужно давать, так, чтобы левая рука не знала то, что дает правая. Также Аллах побуждает нас давать открыто. «Ладзина юнфикуна сирран ва алания». Они дают как открыто, так и скрыто. Открыто как для чего? Дабы побудить другого человека, чтобы он тоже делал пожертвования, чтобы он тоже, дабы быть примером для своего брата, человек делает открыто, но однако ният его не ради этого, а ният только ради довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому ас-садака тутфи ghadab ar-rabb. Садака, оно тушит гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. Если кто-то из нас прочувствовал себе, что он согрешил, сделал тот или иной грех, дабы Аллах Субхану не гневался, попросить тауба, попросить у Аллаха покаяния и по мере возможности сделать садака. Не обязательно деньгами. Бывает человек, что хочет сделать садака, но у него нет возможности. Он может накормить птичек. «Валибдисамука фи ваджхи ахика садака». Твоя улыбка в лицо брата – это тоже садака. «Вахулукул хасан садака». Красивый нрав, благоприятный нрав – это тоже садака. Во время Муса, алейхиссалям, один был из людей, хотел делать много садака, но у него не было возможности. И тогда он сказал: «Я Муса, о Муса, если была у меня возможность, я бы все бы раздал на пути Аллаха». На что Аллах ответил Мусе и сказал: «Я Муса, кулли раджулин лакад кабильту садаката». О Муса, ответь этому человеку: «Я принял его садака». У него есть, было намерение, но нет возможности.
Аллах принял, как будто Он дал. Потому что Аллах ни в чем не нуждается, а именно смотрит на наши сердца. И последняя категория людей, тех людей, которые будут патроном, тенью трона Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля, «Мен закар Аллаха халиян, фафадат айнах». Это тот человек, который остался наедине, никто его не видит, поминал Аллаха, субхану ва та'аля, и из его глаз текли слезы. Поминал Аллаха, субхану ва та'аля, наедине, и из его глаз текли слезы. Эти слезы не просто капли, а это душа, которая выходит, дух богобоязненности, который выходит из его сердца. Искренность перед Всевышним Аллахом, субхану ва та'аля. Поэтому наши сердца — это как сосуды. Они должны быть чем-то заполнены, уважаемые братья. Или они будут заполнены к чему-то из этой жизни, к мирской обители, к любви, тем или иным шахаватам, тем или иным соблазном, или будет наполнены любовью по отношению к Аллаху, субхану ва та'аля. Поэтому, если тот, кто хочет проверить себя наедине, каково его положение перед Аллахом, субхану ва та'аля, пускай проверит тогда, когда поминают имя Аллаха, любит ли он это или нет. Когда муаззин говорит «Ашхаду алла илляха илляллах», поднимается ли его иман от этого или нет? Ведь не, когда Аллах в Коране описал «Ахлю куфри валь фуджури валь фусук», когда Аллах субхану ва та'аля упомянул в Коране неверующих, грешников, лицемеров, Всевышний Аллах субхану ва та'аля сказал «Иннахум кану иза кила лахум ла илляха илляллах ястакбирун». Они были таковыми, когда говорили им «Ла илляха илляллах», проявляли высокомерие. Также Аллах в Коране говорит: «Ва-иза дзукир Аллаху вахдаху шмаззат кулубу ладзина ла юминуна биль ахира». Когда упоминали Аллаха субхана ва та'аля одного, у неверующих, у грешников сердца проявляли недовольствие. Почему опять разговор об Аллахе? Почему опять о религии? «Ва-иза дзукир ладзина мин дунихи иза хум йастабширун». А когда упоминали кого-то помимо Аллаха, тогда они радовались. Поэтому мы должны быть наоборот. Когда поминается имя Аллаха субхана ва та'аля, проявлять нищету перед Аллахом, проявлять внутри аньюнкаса кальба, по мере возможности ломать свое сердце перед Аллахом субхана ва та'аля и проявлять нужду в Аллахе субхана ва та'аля. Аллах, Он один единственный властелин. Он один субхана ва та'аля всемогущий, а все остальные рабы Аллаха субхана ва та'аля. И правитель, и обычный человек, и король, и подчиненные, все являются рабами Аллаха субхану ва та'аля. «Ин куллю ман фис самавати валь арди илля атир рахмани абда». Все, кто в небесах и все, кто на земле, являются рабами Аллаха субхану ва та'аля. А малик, царь, властелин, он только один, субханаху ва та'аля. Дай Аллах субхану ва та'аля, чтобы принял от нас наше поклонение. Дай Аллах субхану ва та'аля, чтобы мы были из этой категории людей, которые будут под тенью трона Аллаха субхану ва та'аля в тот день, когда не будет другой тени, как эта тень. Дай Аллах субхану ва та'аля, чтобы принял от нас наше поклонение, чтобы Аллах субхану ва та'аля уберег нас и вас, близких наших, от разных смут, от разных болезней, чтобы вел нас по пути ислама до судного дня, чтобы мы были из числа поклоняющих Всевышнему Аллаху субхану ва та'аля, чтобы обрели довольствие Аллаха субхану ва та'аля и в итоге вечную райскую обитель. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ибадаллах, инна Аллаха ямурукум биль адли валь ихсани ва итаи дзил курба ва йанха анил фахша валь мункари валь багъи яъидзукум лаъллакум тадзаккарун. Удзкуру Аллаха аль-азима йадзкуркум. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.